Миссия же и не должна быть какой-то обязательно глобальной. У всех же она разная. Нет, миссия это не означает глобальное что-то, вообще не означает. У кого-то миссия просто думать о святом человеке, у кого-то что-то делать для него, то есть может кто-то будет давать кому-то знания. Ну, это миссия, это то, что человек когда делает, Бог доволен. Например, человек цветочки сажает для удовлетворения Бога в огороде. Это его миссия может быть в жизни. И он может быть счастлив, и у него все остальные проблемы будут решаться просто из-за того, что он это делает. Или ему надо нищих кормить, допустим, как мать Тереза, и это ее была ее миссия. Она глобальные вещи делала или не глобальные? Она, вот пример хороший, она поймала свою миссию. Она просто подбирала бездомных людей, кормила их, и давала им выжить, вылечиться, образовывала. Вот. Это глобальная вещь или нет? Это не глобальная, это какие-то обычные там бродяжки. Она их подбирала, она там, ну, Сирию не спасала, там и так далее. Ну, какие-то простые вещи, но она стала самым влиятельным человеком на планете в свое время. Ее слушали все, президенты стран всех, то есть она была высочайшего силы влияния человека, благодаря просто тому, что она начала выполнять свою миссию, которую Бог ей дал, причем выполнять в совершенстве, совершенным образом. Спасибо.